Этот современный цифровой рентгенаппарат имеет ряд преимуществ в сравнении со старым аналоговым, который уже давно устарел. Медработники приступили к работе на новом оборудовании. Специалисты рассказывают, теперь качество диагностики в разы стало выше. Кассету мы теперь не проявляем. Все цифровое вставляем или в стойку, или в стол, и она автоматически изображение передает на компьютер. Рентгенаппарат позволяет проводить около 50 исследований в день. И самое главное, оборудование обладает низкой лучевой нагрузкой и высоким качеством изображения. Теперь и врач сможет своевременно поставить точный диагноз. Увеличить, уменьшить изображение, сделать более контрастным. Ну, как удобно, как чтобы провести анализ, написать заключение. Работа лаборанта не пересекается и не мешает врачу-рентгенологу, он спокойно работает. В первой поликлинике не только установили новый рентгенаппарат, но и полностью обновили помещение диагностики. Здесь провели капитальный ремонт. У врача и лаборанта теперь разные кабинеты. Оборудование уже оценили и сами жители Химок. Пациенты, безусловно, и не только пациенты, но и наши врачи, очень довольны открытием кабинета. Практически шаговая доступность. Не приходится ехать в другие поликлиники. Ну и потом у нас есть еще, конечно же, экстренные какие-то ситуации, когда надо здесь и сейчас разобраться с пациентом. И вот здесь однозначно нам стало легче. Теперь все исследования появляются в личном кабинете пациента. Ранее результаты отдавали жителям на бумажном носителе. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.